Приветствую всех на своем канале, с вами Маркела Борис и я консультант Суперкопилки. И сегодня я вам расскажу, почему нужно указывать реальные данные при регистрации в Суперкопилке. Смотрите, вот у меня здесь есть ссылка, вы по ней переходите, происходит перенаправление на другую страницу, и здесь вы должны указать свое реальное имя и фамилию, реальный email и реальный телефон. И обязательно скайп укажите, если вы регистрируетесь по моей ссылке. Для чего это делается? Скайп для удобства связи с вами, а на номер телефона и на email вам будет приходить проверочный код, который вы должны подтвердить. Также на почту вам будет приходить письмо, по которому вы будете активироваться. Обязательно при активации оставляйте эту галочку, если вы первый раз регистрируетесь. Здесь галочку ставьте, здесь вы вводите капчу. После этого, только после этого, нажимайте кнопку «Зарегистрироваться». Вам после этого придет письмо на вашу электронную почту. Желательно, конечно, указывать почту Gmail, потому что она более адекватно работает, чем остальные почты. Но также можно использовать Яндекс или Рамблер. Почту Mail.ru использовать не рекомендую. Итак, после того, как вы сделали вот эти все действия, только после этого нажимайте кнопку «Зарегистрироваться». И еще хочу показать. Здесь, если у вас не происходит переход по ссылке, вы можете воспользоваться вот таким сайтом. Анонимайзер, который называется. Я прикреплю это видео в конце. И вы посмотрите, как обойти блокировки некоторых сайтов. То есть, если ссылка у вас не открывается, вы можете воспользоваться именно этим способом. Способ достаточно простой. Вы нажимаете по ссылке, переходите по ней, но в ВКонтакте эта ссылка не работает. Эта ссылка у вас будет работать только, к примеру, в обычном браузере. То есть вы копируете эту ссылку и вставляете в поисковую строку. То есть вот так вот вы делаете. Вас перенаправляет вот на такой вот сайт. То есть здесь бояться ничего не надо. Вы смело можете, абсолютно смело можете копировать, например, вот эту ссылку briskinder.ru. Копировать. Вставить и открыть. И у вас без вопросов и без проблем откроется регистрационная форма. Если видео было полезно, ставьте лайки. Всем привет!